Сегодня же Алихан Смаилов потребовал тщательно следить за качеством строительства новых комфортных школ и не допускать необоснованного завышения стоимости объектов. Отмечу, за ходом этих работ теперь следят в режиме реального времени. Об этом сегодня рассказали на совещании в правительстве под председательством премьер-министра. Также Смаилов потребовал сдать учебные заведения в полной готовности в установленные сроки. Сейчас ведется активная работа по 217 школам. В целом до 2026 года в рамках нацпроекта предусмотрено строительство 369 школ нового формата на 740 тысяч ученических мест.